нам не выжить без шмота, прям как без русского блата. Наш батя Джорджо Армани, а наша мать Луи Прада. Гуччи, Хильфигер, Адик доступны в каждом переходе. Поэтому сейчас одену я тебя по моде. Примерочные очереди, споры с продавщицами. Потратил 3 зарплаты, чтоб хоть как-то отличиться мне. Это прошлый век, дружище, сохрани в своей подкорке. Качественный стильный шмот я покупаю в город Горький. Я не стилист, но если носишь пальто, ты попал в блэк-лист. Много денег не потратил, хотя вроде бы и стильный. Гуччи для мажоров, город Горький для России. Пацаны, по погоде я сегодня вот в таком замечательном луке от нашего спонсора. Самый классный магазин современной стильной одежды, город Горький. У нас сегодня 2 подписчика, которые писали комментарии. Пожалуйста, заходите в студию, ребята, 2 совершенно разных человека столкнутся сегодня в целых баталиях. Представьтесь. Андрей. Максим. Андрей и Максим. Каждому из вас нужно будет собрать обед, который можно съесть прямо вот после того, как вы оплатите этот товар. В этот обед должно входить одно основное блюдо, напиток и какой-то снэк. Это может быть или сладость, или что-то типа чипсов и так далее. У кого получится самый дешевый и, главное, вкусный и сытный, это уже определят зрители. Абент получает сегодняшний приз, о котором вы узнаете только в конце этого выпуска. Ребята, готовы разбегаться? Да. Убегайте по разные стороны. Давайте, удачи. Мне интересно, что они соберут. Очень интересно. Надо подумать. Ну, во-первых, это... В первую очередь я, наверное, возьму какую-нибудь, ну, булочку или что-то типа того. Так, где напиточки наши? Ну вот, я думаю, возьмем чиабатту классическую. Она, получается, стоит 24 рубля. Вот основное блюдо, надо подумать, что... Я возьму напиток круглый год за 15 рублей, 1,5 литра. А вот, допустим, фрукты. Хочется бутербродов, но я их учую. Тут тоже все не то. Бутербродики какие-то. Надо их найти сначала. Ну, я могу 4 бутербродами наесться уже. Это чиабатта классическая. Это что у нас? Вот эта штука. Вот эта штука. Ага. Во. 3 блюда у нас есть. Пойдемте на кассу. Ну вот, я взял 2 сухарика со вкусом чеснока за 5 рублей. Надеюсь, я это выиграю вот так вот. Вот такая у меня получилась закупка. Теперь посмотрим, что купил мой соперник, и надеюсь, что я выиграю. Андрей, Максим, давайте смотреть, что у вас и почем, что самое главное. Начнем, наверное, с Максима. Так, у Максима есть вот такая вот большая чиабатта, или как она называется. В принципе, одному, наверное, ее даже не осилить, она достаточно сытная. Дальше, в качестве снека у нас идут чипсы, вот такие вот лейс рифленые, 246 рублей, что, в принципе, для обеда школьника достаточно дорого, как по мне. Итак, Андрюха питается, купил себе в качестве основного блюда вот такую вот выпечку, тоже чиабатта, но классическая. 2 упаковки сухариков круглогодичных со вкусом чеснока и той же марки круглый год, вероятнее всего, это наподобие каждого дня, напиток со вкусом лайма и мяты. Общая сумма закупки у Андрея 51 рубль 70 копеек. Андрей, по цене поздравляю, ты прям суперски сэкономил. По сытности я лучше. Максим, здесь неоднозначная ситуация. Вроде бы и дешево, вроде бы и сытно. Я даже не знаю, кому отдать главный приз, поэтому пишите обязательно в комментариях, кому отдать этот приз. Но сейчас на призе. Так как спонсор нашего сегодняшнего выпуска город Горький магазин, то тот, кто из вас победит, а победителя решат зрители, у нас народный выпуск, получает вот такую вот, но не с меня снятую, конечно же, абсолютно новую, присланную вам по почте, курточку любого цвета, которую вы захотите. Поэтому зрители решат, кто из вас побеждает. Я честно не знаю. Друзья, давайте соберем 10 тысяч лайков, и мы сделаем еще одну такую баталию. Может быть, поэкономим, может быть, наоборот, кто больше купит в ДНС, допустим, всего, правильно? Кстати, как вам идея собрать комп из ДНС? Собираем 6 тысяч лайков, и 2 подписчика соберут компьютер. В общем, людей стало слишком много, друзья. Я с вами прощаюсь до нового выпуска. Всего самого наилучшего. Голосуйте за ребят. Погнали. Пока. Тот подписчик, который комп будет, это я, пожалуйста. А можно я? Мне комп нужен для стримов. Пожалуйста.